дня. Нам осталось рассказать нашим зрителям только то, что сегодня конкурсанты будут выступать не одни. Сегодня день дуэтов. Участники будут исполнять песни Виктора Дробыша совместно с популярными эстрадными исполнителями. Второй конкурсный день «Новой волны» откроет дуэт из Казахстана с мелодичным названием «Сарын». Это замечательная пара. Очаровательная Алтына и мужественный Берик. Мужественный Берик. Оба они, как мы выяснили, любители острых ощущений. Алтынай обожает американские горки, а Берик играет за сборную музыкального колледжа по футболу. Их увлечения очень похожи. Только в случае с американскими горками страшно тем, кто участвует, а в случае с футболом, особенно учитывая выступление нашей сборной на Евро, страшно тем, кто наблюдает. А вместе с этой парой выступит участник самой первой «Новой волны». В далеком 2002-м он был частью квартета, где каждый имел цитрусовые прозвища. Этот певец, в частности, имел прозвище «Апельсин». А что мешает его сегодня также представить? Ну, Леш, просто «Сарын» и «Апельсин» звучит, знаешь, как притча Хаджи Насреддина. Поэтому представим более привычно для эстрады. На сцене конкурсанты дуэт «Сарын» из Казахстана. И Доминик Джокер, Россия, встречайте! Белый снег строит хрустальные дома. Мне так хорошо, знаю я, что будем мы целый день вдвоем. Только я и ты. Светит луна, это она сводит опять меня с ума. И твои глаза, эй. Все в мире для нас, и в этот час я любить тебя. Коснусь я тебя своей рукой, нежный поцелуй. Спасибо. Дуэт «Сарын» и Доминик Джокер. Ну что ж, жюри готовы выступить первые оценки. Первым, как мы помним, всегда выступать сложнее всего. Мы подождем, пока все члены жюри покажут свои оценки, чтобы на одном дыхании их прочитать. После твоего предисловия некоторые из членов жюри поменяли оценки. Так, все, готовы. 11, 10, 11, 10, 10, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10,
10-13 членов жюри в этом году. Даже я не тренировала дыхательную систему, хватило дыхания на всех. Ну что ж, друзья.